В предыдущих рассказах мы получили достаточно информации для того, чтобы сейчас продолжить знакомство с процессами и объектами на высшем уровне организации материи, который доступен нам хотя бы для косвенных наблюдений. То есть здесь мы продолжаем следовать основополагающему закону, который приняли в начале своего знакомства с окружающим миром. Имею в виду закон, который гласит: материальное порождает материальное. Следуя ему, придем к выводу, что, наблюдая поведение галактик, можно сложить определенное представление о процессах следующего уровня, который для прямых наблюдений недоступен. В данном случае наиболее логично будет, если мы снова начнем рассмотрение объектов окружающей Вселенной с места нашего нахождения. То есть то, что можно исследовать с помощью доступных сегодня средств наблюдения. На экране результаты исследования космического гамма-телескопа Ферми за период с 4 августа по 30 октября 2008 года. Это наша небесная сфера, условно разделенная по экватору Млечного Пути. Левое изображение – это северная полусфера, правое – южная. Мерцающий синий фон – это реальные флуктуации космического гамма-фона. Уровень принимаемого космического излучения ниже 300 мегаэлектронвольт воспринимался приборами как фон, а яркие проблески на этом фоне – регистрируемые различные гамма-источники Вселенной. Для их идентификации на изображение небесной полусферы накладываются звезды и их созвездия. Сейчас на экране Большая Медведица в северной полусфере и созвездие Кита в южной полусфере. Далее созвездие Волопас и Овен. И, наконец, созвездие Девы и Пегаса. Теперь мы видим только северную часть небесной сферы. Вначале показана траектория движения Солнца по этой полусфере. Это довольно слабый гамма-источник, перемещающийся по карте. Мы помним, что интенсивное излучение в гамма-диапазоне наблюдается только при вспышках на Солнце. И еще мы знаем об 11-летних циклах солнечной активности. А во время этих исследований в 2008 году был минимум активности светила, когда вспышек на Солнце чрезвычайно мало, поэтому регистрируемое гамма-излучение незначительно. На северной полусфере находится пульсар PSR-11836. Его пульсирующее излучение наблюдается только в гамма-диапазоне. Сейчас анимация показывает, как этот объект представляют сегодня ученые. Предполагается, что пульсации порождены взаимодействием мощного вращающегося поля с окружающим веществом. Здесь же зарегистрирован известный нам квазар 3C273. И снова анимация нам демонстрирует спиральную галактику с активным ядром, эволюция которой находится на этапе квазара. Конечно, это условное представление, в котором показан только джет, хотя реально на этой стадии активности выбросы ядра значительно более интенсивны. Некоторые источники гамма-излучения северного полушария принадлежат нашей галактике. Это источник LSI+61303, представляющий собой двойную звезду. О таких объектах мы тоже уже знаем из предыдущих рассказов. И то, что при обмене веществом они становятся источником мощного гамма-излучения, еще раз находим здесь подтверждение. К тому же, в настоящее время исследователи регистрируют этот объект и как мощный радиоисточник с периодом пульсации 26,5 дня.
Во время этих исследований в центре нашей галактики также зарегистрирован новый объект, который ранее не был известен. Это указывает на интенсивность и скоротечность процессов в околоядерных пространствах, где, как мы знаем, происходит активное преобразование звезд в голубые страглеры. В южном полушарии также зарегистрированы интенсивные и известные нам объекты. Это шаровое скопление 47 Тукана, в котором мы видели такое же интенсивное образование голубых страглеров. Поэтому сейчас из центральных областей скопления регистрируется мощное излучение в гамма-диапазоне. Также в этой части небесной сферы приборы регистрируют излучение сейфертовских галактик, содержащих блазары. На снимке это галактика NGC 1275 и объект 3C 454-3. Все перечисленные объекты, которые располагаются как в пределах нашей галактики, так и в далекой Вселенной, нам известны. И причины наблюдаемых явлений мы также знаем. Хотя такие исследования позволяют нам лучше узнать свое окружение, но по ним невозможно составить представление о структуре, уровне же объектов. В этом случае без известного красного смещения спектра не обойтись. Имея сегодня данные о красном смещении спектров излучения окружающих нас галактик и зная величину угла наблюдения, отсчитанного на небесной сфере, исследователям удалось построить объемную модель нашего окружения. Оказалось, что, как и звезды, галактики имеют тенденцию к образованию отдельных групп и скоплений. Известно, наиболее близкой к нам группой есть та, членом которой является наш Млечный Путь. Поэтому именно с нее и начнем знакомство с такими объектами, как галактические группы. Основываясь на результатах многочисленных исследований, ученые определили, что наш Млечный Путь является членом небольшой группы галактик. Очевидно, среди исследователей еще не сложилось четкое представление, по каким параметрам определять членство той или иной галактики в группе. Поэтому одни ученые насчитывают в нашей группе около 40 окружающих галактик, называя это местной группой галактик. Другие разбивают это количество на две меньшие подгруппы. Дело в том, что, принимая первый вариант, необходимо согласиться с тем, что в местную группу входят две гигантские спиральные галактики. Это наш Млечный Путь и галактика М31, которая раза в полтора больше нашей. На этом рисунке можно видеть расположение объектов местной группы. Линейное соотношение масштабом примерно соответствует принятым сегодня расстояниям. Однако на рисунке размеры самих галактик для наглядности увеличены почти в 3 раза. По второму варианту, эти крупные спиральные галактики являются центральными объектами подгрупп или подсистем. В любом случае мы можем видеть, что большие галактики окружают карликовые галактики-спутники. Некоторые особенности поведения этих объектов указывают на определенную взаимосвязь между ними. Хотя период наших наблюдений внегалактических объектов каких-то сотню лет чрезвычайно мал для того, чтобы сделать окончательные выводы. Мы уже знаем, какими величинами измеряются временные масштабы вселенских процессов. Поэтому, чтобы заметить изменения в группе, очевидно, необходимы наблюдения на протяжении нескольких столетий, а может и больше. В этом рассказе все галактики местной группы перечислять нет смысла. Тем более, что многие из них мы уже видели ранее. Но с некоторыми познакомимся поближе. Здесь отметим, что в количество около 40 членов местной группы входят 3 спиральные галактики,
конечно же, будем считать первым наш Млечный Путь. Хотя он и не самый большой. О собственной галактике мы уже имеем представление по одному из прошлых рассказов. Вторая спиральная галактика имеет несколько индексов. М31 по каталогу Месье, NGC-224 по общему каталогу и так далее. Однако наиболее известна она под именем Туманность Андромеды, так как располагается в одноименном созвездии. Из Земли видна невооруженным взглядом, как небольшая эллиптическая туманность. Хотя в действительности она спиральная. Исследователи считают, что по структуре она относится к типу SB. Но реально, учитывая все известные сегодня данные, галактика в своем эволюционном развитии находится ближе к типу SA. Плоскость ее галактического диска наклонена к лучу зрения под углом 15 градусов. Астрономы определили до нее расстояние несколькими методами. Принятая сегодня величина расстояния составляет примерно 2,52 миллиона световых лет. Основываясь на эти данные, исследователи вычислили диаметр галактики, который получается примерно 260 тысяч световых лет. Для нас туманность Андромеды уникальна тем, что она одна из немногих галактик, имеющая смещение линий спектра излучения не в красную сторону, а в фиолетовую. И величина его составляет z равное минус 0,01. Мы знаем, что знак минус указывает на смещение линий спектра в фиолетовую часть. То есть это показывает, что туманность Андромеды приближается к Млечному Пути. А если ориентироваться на величину этого Z, то скорость сближения составляет 100-140 км в секунду. В этой галактике обнаружено около 460 шаровых звездных скоплений и почти 1000 эмиссионных туманностей. Но это, конечно, они не все. Многое скрыто плотными облаками пыли. Особо среди них выделяется шаровое скопление Майел-2, которая среди известных на сегодняшний день звездных кластеров имеет наибольшую яркость. Располагается это скопление на расстоянии примерно 130 тысяч световых лет от центра галактики Туманность Андромеды. В этой галактике замечены некоторые уникальные особенности, на которых стоит остановиться особо. В этом отношении выделяется ее ядро. На снимке крупным планом обнаруживается двойное уплотнение голубых страглеров, а само ядро окружено массивным поясом таких же объектов. На этой фотографии цвета условные. Исследование движения составляющих объектов в этом кольце страглеров показывает скорости около 1000 км в секунду. Длительные наблюдения за ядром галактики в рентгеновском диапазоне космическим телескопом Чандра показали, что 6 января 2006 года в ядре произошел всплеск излучения, который увеличил его интенсивность в 100 раз. Затем наблюдался постепенный спад, но и сегодня его активность в рентгеновском диапазоне в 10 раз больше, чем до всплеска. Сейчас в пределах ядра регистрируется 63 источника мощного рентгеновского излучения. Причины всех этих явлений нам известны, поэтому не будем повторяться. Сравнивая развитие нашего Млечного Пути с галактикой Андромеды, следует заметить, что эволюционные процессы этой галактики ушли значительно дальше, поэтому очевидно, что галактика Туманность Андромеды старше нашего Млечного Пути. Третья спиральная галактика местной группы М33 или NGC-598. Еще она известна как галактика треугольника, так как видим мы ее в направлении этого созвездия.
По данным исследователей, она меньше Млечного Пути примерно в 2 раза. Судя по тому, что она располагается недалеко от галактики Туманность Андромеды, может оказаться, что эта галактика является ее спутником. По своей структуре галактика относится к типу SC. На экране сейчас снимки этой галактики в различных диапазонах спектра. К местной группе относится и карликовая спиральная галактика NGC 3109, хотя некоторые исследователи не считают ее спиральной. Галактику можно наблюдать в созвездии Гидры. Располагается на расстоянии около 4,3 миллиона световых лет. Также в нашу местную группу входят и эллиптические галактики. Среди них следует отметить известную уже нам галактику NGC 6822. Ее фотография сейчас на экране. Мы ее также знаем под именем галактика Бернарда. Подробная информация о ней приводилась в рассказе об иррегулярных галактиках. Мы ее видим в созвездии Стрельца. И в этом случае неопределенность ее типа следует отнести к мнению исследователей. Одни считают ее иррегулярной, другие эллиптической. Еще эллиптическая галактика М110. Или NGC-205, снимок, который мы сейчас видим. Это также карликовая эллиптическая галактика, является спутником туманности Андромеды. Оценочное расстояние до нее составляет около 2,9 миллиона световых лет. И спутник Андромеды, это карликовая эллиптическая галактика М32 или NGC-221, до которой расстояние примерно такое же, 2,9 миллиона световых лет. Познакомимся еще с одним спутником туманности Андромеды. Карликовая эллиптическая галактика NGC-147. На фотографии она выглядит как тусклое пятнышко. В местной группе замечено много иррегулярных галактик. С некоторыми мы также знакомились в предыдущих рассказах. Это иррегулярная галактика IC-10, которую можно наблюдать в созвездии Кассиопея. По смещению линий спектра было определено, что она удаляется от Млечного Пути со скоростью около 350 км в секунду. Считается, что она, как и предыдущие галактики, является спутником Андромеды. Детальное исследование галактики затруднено тем, что мы ее видим почти в плоскости Млечного Пути. А вот иррегулярная галактика, являющаяся спутником нашей галактики, это Большое Магелланово облако. Среди галактик местной группы по своим размерам эта галактика занимает 4-е место. Туманность Андромеды, Млечный Путь, галактика Треугольника и Большое Магелланово облако. Галактика расположена в южном созвездии Золотая Рыба, поэтому у нас в северном полушарии она не видна. Недалеко от него располагается и Малое Магелланово облако. Это также карликовая иррегулярная галактика, спутник Млечного Пути. Оба звездных облака окружены общей оболочкой из нейтрального водорода, что дает основание считать их Магеллановой системой. Местная система включает еще несколько известных нам по предыдущим рассказам иррегулярных галактик. Это IC-1613, фотография которой сейчас на экране. Это и иррегулярные карликовые галактики в созвездии Льва, обозначаемые как Лео-1, такая же Лео-2 и немного больше Лео-А. И много других карликовых галактик. На сегодняшний день исследователи не имеют возможности обнаружить все объекты, располагающиеся вокруг Млечного Пути и других спиральных галактик. Разглядывая свою галактику, мы видели, что окружающие Солнечную систему плотные облака пыли и газа не позволяют исследователям видеть все направления Вселенной. Но даже в тех направлениях, которые прозрачны для наших приборов,
далекие карликовые галактики имеют очень слабое свечение, и трудно их наблюдать. Возможно, в пределах зон невидимости скрывается от нашего взора еще несколько галактик подобного типа, или даже, может, и больших, спиральных. Но так как это пока нам недоступно, то мы сегодня говорим только о том, что мы видим и что видят наши приборы. Так, недавно была открыта наиболее близкая к Млечному пути карликовая галактика в созвездии Большого Пса. По результатам исследований получено расстояние около 42 тысяч световых лет. Так что исследование продолжается, и в дальнейшем будут уточнения, и тогда, возможно, добавятся еще какие-то члены нашей местной группы. Сейчас принято сверхдалекие области Вселенной называть метагалактикой. Исследуя в них распределение галактик, ученые выяснили, что концентрация таких объектов в небольшие группы с количеством членов до нескольких десятков – довольно распространенное явление. Оказалось, что свойства объектов реального мира на всех уровнях повторяются. Галактики, как и звезды, не любят одиночество и предпочитают компанию себе подобных. Чаще всего на снимках мы видим двойные системы. Некоторые такие фотографии мы уже видели в предыдущих рассказах. А сейчас посмотрим на другие. Это пара галактик, получившая индексы NGC 1532, спиральная на переднем плане, и NGC 1531, эллиптическая с ярким ядром, немного выше, располагается на расстоянии, где красное смещение достигает величины Z равной 0,203619. По подсчетам ученых, это соответствует дальности примерно 70 миллионов световых лет. Наблюдать эти две галактики можно в созвездии Эридана. Мы уже знаем, что это называется созвездие Эридан, небесная река. Еще одна пара галактик сфотографирована в созвездии Секстант. Это спиральная галактика NGC 3169. Мы с ней уже знакомы по спиральным галактикам. На фотографии она левее. И выше от нее на фотографии NGC 3166 правее. Между ними заметно взаимное влияние, что проявилось как искажение формы. На следующем снимке две соседствующие галактики NGC 4438 вверху и NGC 4435 внизу справа. Расположены в созвездии Девы на расстоянии около 50 миллионов световых лет от нас. А расстояние между ними оценивается примерно в 100 тысяч световых лет. И здесь мы видим еще больше близко располагающихся галактик. Эта группа получила название «Квартет Роберта». Их можно наблюдать в центральной части южного созвездия Феникса. Члены квартета получили индексы NGC 87 вверху справа, NGC 88 по центру, NGC 89 внизу посередине снимка и NGC 92. Исследователи оценивают дальность до них примерно 160 миллионов световых лет. Спиральный рукав крайней левой галактики NGC 92 растянулся на 100 тысяч световых лет. Но опять же, на очень больших расстояниях небольшие группы трудно различимы, потому что карликовых галактик уже не различить, а гигантских спиральных или эллиптических в таких группах обычно единицы. Поэтому, возможно, такие группы состоят не из двух галактик, а включают еще много небольших компонентов. И все же такие снимки дают нам некоторые представления о тенденции
поведение этих объектов, которые мы назвали галактиками. Для нас сейчас важно отметить то, что даже при небольшом количестве объектов они стремятся к группированию. Однако мы только приступили к знакомству с поведением галактик. Поэтому продолжим его далее, но уже в следующем рассказе. А этот рассказ на таком моменте я закончу. We'll be right back.